И очередной значимый момент на UFC 205. Ты должен это помнить. Хабиб Нурмагомедов победил Майкла Джонсона. Разумеется, Хабиб твой товарищ по команде и друг. Веришь ли ты, что Нурмагомедов заслужил титульный бой? И как думаешь, должны устроить его бой с Конором Макгрегором? Я считаю, что это очевидно. Этот пацан заслужил титульник. Сколько там у него? 24-0 или 25-0? Это просто удивительно. Все, что он сумел сделать и чего смог достичь. И мое уважение Макгрегору, он уже легендарный парень. Его левая попросту не имеет равных. Его способности не вызывают сомнений. Говорить, что он недостаточно активен, это нечестно. Это несправедливо по отношению к Хабибу. По отношению к миру ММА, он должен драться с лучшими парнями и раз за разом доказывать свою мощь. Он великолепный боец. Но UFC тут ничего не смогут сделать. Это будет лишь выбор Макгрегора. Это именно он должен дать согласие, чтобы устроить этот бой. И тогда начнется настоящее мясо. Ирландцы против россиян. Да, и он говорил с Даной в перерывах между раундами. И говорил все эти вещи журналистам после боя. И, как по мне, это здорово. Майкл Джонсон был весьма успешен в стойке в начале раунда. Но когда бой перешел в партер, преимущество Хабиба было тотальным. Он обладает техниками, которые многие люди до этого даже не видели. Что ты думаешь насчет того, кто выиграет в бою Хабиба против Конора? Макгрегор опасен. Хабиб не сможет так стоять напротив него в стойке, как он делал с Джонсоном. Я никогда не видел такого удара левой. Он попросту прикасается к людям, и они плывут. А вот Хабиб... Никто другой, с кем я когда-либо боролся. Это легковес, который боролся со мной и мог составить конкуренцию. Я никогда не видел такого. Я не видел такого нигде. И я не знаю, кто может с ним сравниться. Хабиб может бросить кого угодно, и тогда все будет кончено. Тут все зависит от одного лишь прохода. Если Хабиб сможет навязать свой грэплинг, я не думаю, что он упустит Конора. И наоборот, Макгрегору нельзя упускать шансов в стойке, так что увидим. Перевел и озвучил портал MMA Boxing. Подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте и на наш канал на YouTube. Будьте первыми с нами.